Предлагаю разместить вашу рекламу в рассылках на тысячи подписчиков легальных сервисов e-mail рассылок, Smart Responder и JustClick. Подробнее по ссылке ниже этого видео. Всем привет! Это видео я хочу посвятить копирайтерам, а точнее подсказать новый способ, как находить клиентов. Сейчас я нахожусь на своем канале «Народный бизнес», и если вы ведете свой канал, я думаю, вы знаете, что желательно, и даже не желательно, а очень даже нужно каждому своему видео писать подробное описание. Использую ключевые слова. Это не только к заголовку относится, но и к описанию к видео. Если мы посмотрим на видео других каналов, практически любых, то чаще всего мы заметим, что никакого описания совершенно нет, либо оно очень краткое. А описание для поиска в поисковике YouTube, для продвижения вашего видео имеет, если не ключевое, то очень главное значение. Поэтому, если вы являетесь копирайтером, вы можете просто зайти на YouTube, поискать каналы именно тех тематик, для которых вам проще будет и легче написать уникальную статью, где вы больше специалист, и связаться с авторами таких каналов и предложить свои услуги. Если им правильно объяснить пользу описания, я думаю, даже через любой поисковик об этом много статей можно найти, то я думаю, проблем не будет и заказы у вас будут. Вот, например, я каждому своему видео стараюсь подобрать хорошее описание, не менее чем на 320 слов. И иногда пользуюсь услугами копирайтера. Не ко всем видео я сам пишу, пользуюсь услугами копирайтера. Это Сергей Чешенков. Он ко многим моим видео написал статьи. И я даже вот посмотрел, что именно к тем видео, к которым он писал статьи, они по просмотрам занимают лидирующие места среди моих остальных видео, которым описание писал лично я. Но Сергей, он профессиональный копирайтер, пишет статьи. Мне, конечно, против него сложно. Вот, например, вот эти все видео популярные. Ко всем видео писал описание к Сергей. Вот к другим я, но они уже, так скажем, на последних позициях. Например, смотрим первое видео. И сейчас я вам покажу описание. Вот здесь еще вот такое описание, примерно на 320 слов. Это очень желательно для любого видео, для продвижения. Если канал имеет даже 500 000, но если каждому видео на этом канале было бы описание, там бы было бы не 500 000 подписчиков, а если не 1,5 миллиона, то 1 000 000. Поэтому, что я могу сказать? Вот такой для копирайтеров способ искать клиентов, те, которые ленятся к своим видео писать статьи, уникальные статьи, чтобы помогали эти статьи продвигать в поиске их видео, то можно им помогать за небольшую плату. А основная часть каналов, они, как правило, не имеют своих видео никакого описания, или там буквально из 2-3 строчек, но это вообще ни о чем можно сказать. Вот, пользуясь случаем, я хочу представить Сергея. Сергей Чешенков, это копирайтер опытный, который пишет статьи не только для моих видео, но и там статьи в рассылке, на сайты. И со многими он ребятами работает. Это не реклама. За то, что я Сергея здесь маленечко рекламирую, он мне ничего не заплатил. Просто если вы имеете свой канал, но вам, как так скажем, лень описание к видео написать, можете обращаться к Сергею, он профессионально справится. Вот, например, есть даже видеоотзывы, это мы находимся на сайте Сергея. К его услугам опытные и ведущие инфобизнесмены обращаются. И многие из них такие отзывы написали, даже видеоотзывы. И если вы копирайтер, вы можете также последовать, как сделал Сергей, сделать сайт небольшой, где разместить отзывы, а лучше даже видеоотзывы тех клиентов,
с которыми вы работали. Тут, конечно, и мой отзыв есть. Поэтому, что я могу в заключение сказать? Если вы копирайтер или начинаете заниматься копирайтингом, вот такой хороший способ найти себе клиентов. Главное убедить авторов каналов, что нужно каждому видео писать описание, составлять описание. А если вы автор канала и вам просто лень составлять описание, то я могу порекомендовать Чешенкова Сергея, который вам все это дело сделает. К тому же Сергей ответственный, учитывает все ваши пожелания и рекомендации, очень небольшие деньги просит за свою работу. Обращайтесь. Ниже к этому видео в описании я укажу сайт Сергея. Вот этот, там есть все его контакты. Вот в самом низу. И вы сможете обращаться ему по любому из предложенных способов и заказывать статью. Ну все, на этом прощаюсь. Прошу оставить комментарий к видео, ставьте лайки, дизлайки. И обязательно подписывайтесь на мой канал «Народный бизнес». Дальше будет очень много видео на тему бизнеса в офлайне и также различные способы заработка в интернете. До новых встреч. Всем пока.